Ежедневно на курорте в рейсы выходит около 800 единиц общественного транспорта. Однако в пик туристического наплыва его количество будет увеличено, ровно как и количество рейсов в день. У нас около 50 автобусов может выйти из резерва для того, чтобы обслуживать дополнительно пассажиров. Мы планируем также, в случае, если будет такая необходимость, увеличивать работу частного транспорта на отдельных маршрутах, в том числе и в Имеретинской низменности. Подумали и о времени работы. На время курортного сезона общественный транспорт будет ходить до полуночи, а в дни проведения массовых мероприятий – до часа ночи. К слову о массовых мероприятиях. Уже сейчас в департаменте транспорта готовы специальные мастер-планы, которые позволят в любой момент оперативно среагировать и четко определить, где и на каком маршруте нужно увеличить количество муниципальных автобусов. Уделяется большое внимание и безопасности. Все автобусы, без исключения, соответствуют требованиям транспортной безопасности. В салонах автобусов установлены видеокамеры, которые направлены в салон автобуса, а также одна видеокамера направлена на автомобильную дорогу. Сейчас весь муниципальный транспорт оснащен бортовой системой навигации, благодаря которой диспетчерская служба города постоянно ведет наблюдение за автобусами, находящимися на линии. И если произойдет какой-то сбой, либо транспорт сойдет с назначенного маршрута, все сразу будет отражено на мониторах, а значит и время реагирования на ситуацию минимизировано. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.